Привет, друзья! Компания Blackview слегка обновила свой тонкий защищенный смартфон BV5100, и уже его можно приобрести на Али по ссылочке в описании за $140. Именно такая акция проходит с 12 по 25 апреля. Это практически тот же BV5100, который уже полгода как продается, только здесь вместо 128 ГБ поставили 64 ГБ памяти. В остальном же ничего не поменялось. Я лично юзал такой смартфон, и больше всего в нем мне запомнился яркий фонарик на верхнем торце, а также удобство корпуса. Толщина смартфона 13,7 мм, весит 275 граммов, и это один из самых удобных гаджетов с защитой корпуса. И если вам кажется, что это очередной проходной смартфон, нет, уж поверьте. Здесь есть и NFC, и даже поддержка беспроводной зарядки. Ну где еще такое найти за $140? Оснащается гаджет также аккумулятором емкостью 5500 мАч, комплектуется блоком зарядки силой тока 9 вольт 2 ампера, что позволяет быстро заряжаться, примерно за 2,5 часа от 0 до сотни. Устройство работает на 10 андроиде, есть встроенное приложение «Набор инструментов». Дисплей 5,7 дюймовый, разрешение HD+. И кстати, яркость этой матрицы очень неплохая. Мне вживую показалось более чем достаточно. Этот смартфон можно назвать серьезным конкурентом Ulefone Armor 8, Dudge S58 и прочим до $150. Но за счет яркого фонарика, неплохой 16-мегапиксельной камеры и очень прочного корпуса, данная модель является интересным вариантом для активных пользователей. Акция на Али длится с 12 по 25 апреля. Ссылочка на официальный магазин Blackview в описании. Так что кого модель заинтересовала, вы знаете, что делать. Также напишите ваш комментарий по поводу этого смартфона. Всем удачи и до скорых видео. Пока.